Привет! Сегодня будет шопинг-влог из Манго. Буду сейчас все примерять, но самое первое, что я примерила, просто не выдержала. Это вот такие крутецкие, агнецкие шлепки дутые. Так, не знаю, что из этого артикул, но стоят они как сапоги, которые я хочу купить в Заре, поэтому вопрос. Первый образ — вот такая вот трикотажная маечка, джинсы, кюлоты и вьетнамки. И добавила я вот такую вот сумочку багет. Дополнить образ можно вот таким вот жакетом. Он, мне кажется, хлопковый или льняной. Очень хорошего качества. По артикулам топ из первого образа. Делайте скрин, приближайте. Это джинсы, кюлоты из первого образа. Так, сумочка и жакет. Жакет очень классный, от него еще есть брюки костюмные, но тут я их не увидела. Вот, и я, кстати, мерила 38 размер при моем 34. И сидел он хорошо. Чуть не забыла вот эти вот вьетнамки. Не знаю, что из этого артикула. Вот, наверное, где реф. Вот так вот они выглядят. Каблук устойчивый, удобный. Вот единственное, вот здесь может натирать. Следующий образ. Я что-то не взяла больше верхушек, поэтому топ будет мой. А вот такие вот джинсы тоже с распродажи. Вот эти вот классные шлепки, которые я уже показывала. И вот такая вот сумочка. Сумочка, кстати, мягкая и выглядит достаточно прилично. Что у нас по артикулам? Сумочка 2000 рублей. И вот артикул. Дальше вот эти вот джинсы на пуговках 3000 рублей. Артикул. А что еще? Так, футболка была моя. По обуви, да, по обуви. Вот эти вам уже засняла. Ну и последний образ, вот такой вот трикотажный костюм. Вот с такими вот шлепками. Очень романтичные, миленькие и мягкие. Я не знаю, как подшивать, да, вот такие штаны в том случае, если они велики. Но, наверное, как-то это можно сделать. И вот такое классное кольцо сейчас тоже на распродаже. 800 рублей. И артикул. Вот, смотрится очень красиво. И вообще в Манго достаточно хорошего качества бижутерия. Артикулы из последнего образа. Это у нас брючки. 2000 сейчас. И топ, топ, топ. Топ 1500 размер. Еще раз обращаю внимание, L. Вот это кофточка.
И обувь, такие вот шлепки, тоже 2000 рублей. Вот. Очень миленькие. Но вот эти шлепки я прям не знаю. Я в раздумьях, брать их или не брать. Много симпатичных сумочек. Вот такая вот кожаная. Стоит 2000 рублей. Плетеная, как сейчас модно, под ботегу. И они есть в разных цветах, в черном и в коричневом еще. Вот такая вот сумка тоже очень классная, можно носить через голову. Вот, и вот эти вот завязки регулируются, поэтому можно сделать сумочку покороче. Артикул стоит 4000, и это кожа. Очень много малышек, вот такая вот. Это багет, но она прям очень маленькая. Для понимания, вот, да. Стоит 3000, сделано хорошо, выглядит красиво. Вот такой вот багетик есть, тоже прям маленький, такого же, наверное, размера, как та из бисера. И артикул 2000 рублей. Скорее всего, тоже кожа, потому что очень-очень мягонькая. Вот еще один багет, но это прям вообще малыш, он очень маленький, то есть вот моя ладонь, чуть больше ладони. И артикул стоит 1200. Вот на такую еще обратила бы внимание. Сейчас покажу артикул 2000 рублей. А вот это черное. И вот так вот выглядит. И вот еще на такую бы обратила внимание. Тут просто слишком много наполнителя. Тоже неплохой вариант. Артикул 2000 рублей. И на бижутерию тоже обратила внимание. Мне нравятся вот эти 500 рублей. Вроде бы даже не распродажи. Вот эти вот 600 рублей. И вот такой вот вариант 800 рублей.